Хотя крафт профессионал. Онал. Онал, профессионал. Так, ладно, поехали дальше. Катя, крафт, это эксперт. Не-не-не-не-не, какой эксперт? Профессионал, исправляй ошибку быстро. Хорошо, хорошо. Так, подожди еще раз. Катя, крафт, профессионал. Так, дальше, Катя. А сколько мне еще вот этого надо сейчас доделать? Профессионал. Без вопросиков, пожалуйста, тут молодой человек. Нам еще долго строить. Давай-давай, чтоб запомнил все, давай. Ты понимаешь, что здесь уже где-то табличек 40, но я здесь уже минут 40 вожусь с этим. Ну давай уже, ну вот давай последние вот эти 4 таблички и все. Я запомнил, что ты настоящий профессионал. А нечего было честь мою и достоинство порочить. Давай, продолжаем работать, пока ручки не устали. Давай. Ну ты же понимаешь, что это была просто обычная ошибка. Ну в предыдущей серии, да, я ошибся. Я подумал то, что профессионал. Онал. Я подумал то, что мистер Крипер убил заклинателя, когда мы с Катей были в особняке. Но я признаю то, что ты его убила. Ты получил этот темп бессмертия. Подписчики молодцы, то что подписчики заметили, что все же как бы, ну, Катя, а не мистер Крипер. Я ошибся. Я признаю свою вину. Катя Крафт, профессионал. Вот, все. Да, ну ёпара, это я тебе сказала. Слушай, сейчас ты вот за это будешь еще 60 табличек строить. Нет, давай еще. Нет, никакие 60 табличек, все, я переделаю. Катя, крафт профессионал. Профессионал, крафт Катя. Крафт профессионал, Катя. Все готово, все таблички до конца доделал. Все, пока. Ой, я вот, конечно, даже не знаю, что сказать. Подписчики, конечно, молодцы, то, что они все сказали, что тебе мозг на место вставили, потому что, действительно, я убила этого заклинателя, и никакой там мистер Крипер не сможет затмить мою светлость. Да, репутацию. Все, мы с подписчиками признаем то, что Катя Крафт на самом деле профессионал. Да, вот, я признаю ошибку, то что да, вот тотем бессмертия все же у тебя, а не у мистера Крипера. Ты большой молодец, я вообще никто. Ты профессионал, я не профессионал. Ты онал, все, хватит. Все, на колени. Чё? Да ладно, я шучу. Все, извинения приняты, поэтому я предлагаю тебе пойти попить чаечек с тортиком. Ну, наконец-то, все, давай, пошли, веди меня. Да, давай, только давай. Тортик буду есть я, а ты будешь просто смотреть. Ну хорошо, ты будешь есть тортик, я буду есть тортик. Так, ну я думаю, что я это заслужил, потому что да, вот. Слушай, все, никакого тебе тортика, иди дальше таблички стой. Ты мне и так этот тортик не дала. Ты сказала, ты его будешь кушать, а не я. Все, прошу прощения, моя королева, принцесса, леди, мадмуазель, госпожа. Вот то-то же оно. Так с каждым будет. Поняли, кто меня назовет жопа-попой? Поняли, я профессионал. Через О. Если ты реально жопа-попа, что с этим поделать, не могу понять, а? Может, ты спрячешь меч все же? Может быть, ты спустишься сюда, и мы с тобой поговорим с глазу на глаз? Я прошу прощения, все, я больше так шутить по-дурацкому не буду. Все, простите, пожалуйста, Екатерина профессиональная. Все, до свидания. Так, тортик, значит, да? Ну пошли тортики чай пить! Подожди, мне стало резко грустно. Почему? Потому что почему? Почему так? Жизнь несправедлива. Это же дом Лизы. Почему здесь сидит вообще Филипп? Это нечестно. Слушай, подожди, почему ты в жизни так любишь менять темы? Мы шли кушать тортик. Почему ты про Филиппа начала думать? Да подождет твой тортик. Подожди, надо с этим что-то решить. Я считаю, что это не его владение. Он здесь незаконно живет. Он даже не стал ей мужем. Он не смеет претендовать на эту долю. Ну, кстати, с одной стороны, ты, Катя, жопа-попа права. Подожди, мы же изначально этот дом строили как бы для Елизаветы, которая вот это... кокнулась. А почему сейчас тогда здесь живет Филипп, если квартира Елизаветы? Нахлебник, посмотрите на него! В чужой квартире поселился! Как они там называются, вот эти, которые вот этих пожилых женщин приходуют, а потом их владение себе забирают? Вот это, как это? Альфонс! Альфонс проклятый! Филипп! Ну и что ты предлагаешь? Я предлагаю выселить его оттуда, просто вот так же взять, зайти и сказать: Филипп, вещи берем и на выход. Ну, подожди.
И подойди сюда, подойди сюда. Давай сначала начнем с того, что мы как бы читаем комментарии всех подписчиков, да? Да, читаем, но только тех подписчиков, которые подписаны на канал. Так что это, подпишись на канал, если вдруг забыл, ага. И ты видела те комментарии, когда люди писали, что, мол, Эдисон и Катя, вы же в начале сезона сделали вот этого мастера 2.0, потому что первый кокнулся, и говорили, почему мы не можем сделать Елизавету 2.0.0 версия вторая. Слушай, а это идея, Филипп, ну все, тебе точно отсюда придется свалить. Ну тогда давай сделаем так, сначала мы притащим сюда Елизавета версия 2.0 обновленная, а потом Филипп найдет себе какие-то другие владения. Я долго к этому шла, мне просто было очень больно, очень прискорбно, и я думала, что нет, Лиза была такая единственная, но я считаю, что, наверное, это... выход. Иди за новой Лизой. Ну все тогда, Альфонс проклятый, ты тут доживай свои последние деньки, а мы пошли за Елизаветой в вот это 2.0. Так, яйца в руки бери и пойдем. Ну, куриные. А, я просто опять уже не про те подумал. Так, яйца в руки, яйца в руки. Сейчас приду. Слушай, а это необходимо? Вот то, что мы сейчас напялили на себя. Конечно, необходимо. Мы же за лисой идем, мы должны быть скрытными, мы должны быть как лиса, мы должны думать как лиса, мы должны быть лисами, чтобы поймать лису. Ага, поэтому у нас оранжевая бронька, потому что мы лисы, да? Ты думаешь, это поможет? Да, это поможет, они примут нас за своих и будут нас, это, ну, любить, там, подходить к нам, такие... Вот так вот делать. Так, тогда план таков. Мы сейчас отправляемся с тобой в лес. Там нас ждет уже заготовленная ловушка. А ты яйца-то взял? Взял, вот яйца, все готово, пошли. Отлично. Просто приходим, берем, хоп, лиску, ловим вот так, оба, все, берем, заворачиваем ее и уносим. Отличный план. Да, подожди, а ты подписчикам второй-то план сразу расскажи, пока мы бежим, дай второй план. Для того, чтобы наш брак между лисами состоялся точно, мы не только возьмем Лизу, но мы возьмем еще и второго парнишку. Представь себе, мы их берем вдвоем и ставим в одну квартиру. Они там живут с самого детства, любят друг друга с самого детства. А потом их просто мы поженим, и все. И тут у них уже точно не получится ни отвертеться, ни кокнуться, ни утонуть. Подожди. И что-то еще сделать. Они, получается, две маленькие лисы будут с первого класса вместе дружить, вырастут, станут лучшими вот этими друзьями, потом вот это начнут встречаться, и потом чики-бомбони и поженятся, да? Ты, вот это твой план? Да, все верно, потому что меня вот эта вот Лизина судьба уже заканала. Она что-то прям вообще какая-то несчастная. Ну все, тогда давай, крылышки надевай и полетела отсюда куропаточка летающая, давай! Сам ты куропаточка летающая, я Катя Крафт профессионал, понял? Да, давай, полетела жопа-попа. Даже с первого раза полететь смогла. Родина Елизаветы Первой. Помнишь тут, как мы ее словили? Или не помнишь? Вот здесь, давай останавливайся, вот здесь. Опа! Ой-ой-ой, вот, помню, вот тут, вот она. Слушай, так может мы Елизавету Вторую тоже в эту же ловушку словим? Подожди, как ты сказал? Елизавету Вторую? Ну, Елизавета 2, типа Елизавета 2.0. Может ее тоже словим в эту ловушку, как и первую Елизавету? Так мы-то словим, вон она как раз сзади идет. Но это не та, которая нам нужна маленькая, это большая. А ты ягоды-то взяла? Нет, а что надо было? Я тебя просила взять ягоды! А я тебя яйца просила взять! Ну так я взял яйца, а ты ягоды взяла? Нет, а ты меня не просил ягоды взять. А может не просил, но без разницы. Тогда ловим Лизу так же, как первую. Надо вот здесь зашаманить одну курочку, Каролину вот эту, все. Открыть вот эти люки. Елизавета подойдет вот сюда, сама прыгнет в эту яму, и мы ее словим. А ну-ка, продемонстрируй, как Елизавета прыгнет в эту яму, давай. Ну, Лиза такая, допустим, пойдет отсюда. Она такая идет, ляськи-масяськи. О, курица. Оп, вот так вот прыгнет, начнет ее рубасосить вот так вот. Рубасосит, и все. Вот, я потом беру, закрываю эту ловушку, и все. И вот эта Елизавета вторая в ловушке. Вот, все очень просто. Да, а теперь как мне выбраться? Ну все, я тебя беру на поводок, тащу домой и запираю тебя в будке. А, ну отличный план. Кстати, я тут вот что подумала насчет ее имени. Это же прекрасно звучит. Елизавета Вторая. Слушай, как какая-то прям принцесса, как королева какая-то. Вторая. Это прям вообще по-великому. И судьба-то какая у нее. Слушай, так и назовем ее. Елизавета Вторая. Так, слежка активирована. Теперь остается только ждать. Идет, одна подкрадывается, ходит вокруг ловушки, ходит вокруг ямы, что-то там нюхает, куст пописала, походу. Давай. На чуть-чуть направо, Елизавета, направо, давай. Или это не Елизавета, это кто-то другой. Наши пучит на нас, увидела.
Ёханый ты баба, ты в ловушку, иди вот туда сейчас, вот ягодка, фу, па, вот, вот, ягодка вот там, па, па. Давай, 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 кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Да, ой, это, так, не, так не, 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 нет, нет, это не работает, надо па, па, вот так говорить, говори. Па, па. Вот, да. Так, секретный план. Опа, все, вот, проснулась. Эпа, ты тоже давай просыпайся. Давай, давай, просыпайтесь, что спите посередине белого дня все спят. Давайте, пробуждайтесь. Вот, проснулась, давай, да, в другую сторону бегит Дуримон. Так вот это, ёханый ты бабай. У вас тут две курицы поджидают, да еще и ягода. Вы что такие глупенькие-то, а? Лиза не такой была. Полетела куропатка. Опа! Елизаветочки, просыпайтесь и прыгайте в яму, в яму, в яму! О, упала! Она упала! Две упали! Две упали! Ты две упали! Такой умный, я в шоке! Спасибо, я тоже придумал профессиональный план! Смотри, а чё с этой лисой? Она застряла, походу, в воздухе. Подожди, их две, реально, подожди, сейчас мы... Так, только ее, только ее в яму, только ее! Толкаю, толкаю, всё, закрывай, 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 всё, закрывай! Всё, там ночевать это... Чики-бачка, как говорится. Вот это кока Каролину в воздухе висящую, вот эту кока ее. А чё ее кокать-то? Зачем ее кокать? Оп, оп, вот все, прыгай. О, ну подожди, подожди, это получается, это еще не Елизавета. То есть сейчас нужно их зачики-бомбонить. Как их зачики-бомбонить? Я тогда спущусь и зачики-бомбоняю их, хорошо? Вот так. Опа! Бонь, давай. Боняю одну и боняю вторую. И получилось! Вот это, разрешите, вот это любезное поприветствовать, Елизавета вторая. Ты же моя девочка вторая, любимая, ура! Так этот самый, чики-бомбонь второй раз, нам же еще мужика надо для Лиски-то, давай! Слушай, я не знаю, можно ли их чики-бомбонить сразу два раза, нет, они пока не хотят, конечно, два раза чики-бомбонить за последние 30 секунд, это слишком много, Кать. Да, в принципе, нормально, чего они справятся? Лисы же, в конце концов. Ну ладно, тогда давайте, кораблю вот... А, не-не-не-не-не-не-не-не, не чики-бомбо, не чики-бомбонь, подожди, это же тогда получится брат с сестрой, это уже тогда получается, ну, вообще неправильно. А, ну да, Елизавет, тогда получится они брат с сестрой. Нет, это нам не нужно, тогда давай делаем так, выпускаем вот этих двух лис и притаскиваем других двух лис, а? Отличная идея, всё. Других родителей. Все, других родителей. Тогда вот эту Елизавету с собой забираю. Все, пошли, Лизочка, давай за мной, девочка, давай, пошли. А вы выходите, чупакабры, ага. Да, вы нам больше не нужны, спасибо за вот это вот, ну, дело, как говорится. Чики-бомбони, да. Ты какой, ты смотри, какой я такой, петютька. Маленькая такая, только родилась, а уже сироточка. Все, второй пойман, второй сделан, вылазю. Оп, оп, оп. Давай, давай, маленький, где ты? Вот он. А это кто будет? Давай сразу ему имя давай. Это Елизавета вторая, а вот это кто? Это у нас будет Николай. Елизавета вторая и Николай. Вы с детства знакомы, вот давайте подружитесь. Вы с самого детства сиротки, мы ваши приемные никто получается. Вот, надеемся, то, что в будущем у вас получится хорошая семья. Все, давай тогда топаем домой, выселяем чертовой бабушки Филиппа и заселяем их тогда в тот дом. Да, в законный Елизаветин дом. Все, пока, папаша, ты своих детей последний раз видишь. Ой, ты такие, посмотри, такие ходят, знаешь, такие, такие маленькие бусинки. Елизавета такая ходит, и вот Николай такой еще. Ну что, детишки, знакомьтесь, это ваш новый дом, здесь вам все очень-очень рады будут. А вот здесь находится ваш новый особняк, вы не обращайте внимания на вот этого белобрысого, это Альфонс бывший, мы его сейчас оттуда выгоним, цепляй их вот туда, а ты, Филипп, добро пожаловать в бомжатскую жизнь. Так, пошли, Филиппа. Ай, подожди, куда? Стой! За нами. Все, пошли, 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 пошли. Подожди, подожди, ты его прям выдворишь, что ли, из нашего города? Ну нет, я пока хочу его куда... Конечно, не выдворю, я хочу его куда-то в другое место поселить. Но только куда? Может, его это, в корабль пока засунем, а? А может, к Чебураку в будку? О, тоже можно. А подожди, а может вот сюда, где раньше вот эти Нургамед, Мухамед, Хабиб и Ахмед вот здесь жили? Может, пускай он здесь будет пока? Ну, слушай, тоже можно, главное только этот забор достроить. Вот, все, чё площадка пустовать-то будет? Все, Филипп, находись вот здесь, мы вернемся и потом, может, тебе другой дом построим. Как бы еще Филипп уже баба тоже нужна, получается, нет? Ну да, Филипп-то у нас, конечно, такой оказался, Альфонсик тот еще, конечно, да.
Опа, Елизаветка, давай сюда за мной, заходи, вот сюда цепляем тебя и цепляем Николая, вот, все, и выплюнь, фу, выплюнь эту гадость, Кать, ну скажи им что-то, не поводки вы в зубы взяли. Смотри, у них у обоих в ротиках поводки, они созданы для утрокруга. Возьмите лучше ягодки, вот, берите ягодки, все, фу, гадость, выплюньте, вот, какие бирки молодцы. Тащи. Подожди, иди ты сгоняй за бирками, я пока вот это покормлю их, давай быстро! Хорошо. Ой, ты какие-то, смотри, такие, маленькие. Так, ребятишки, ваши новые имена подъехали, так, а где кто? Ну, мне кажется, слева Елизавета, справа Николай, давай, тыкай. Так, Елизавета вторая. И Николай. И Николай. Ну, слушай, ну сердечко-то стало, да, немножко на место. Как-то веселее даже жить началось. Слушай, да, я прям радуюсь. Прям материнской любовью к лисе. Ну все, главное только не забывать о том, что они не брат с сестрой, а будущий жених и невеста. Да. Ну все, вы тут будьте, где жить вам там еще парочку ягод. Все, давай, Катя, выходи и пошли. Ой, Кать, мы просто прирожденные родители, вот, для животных родителей, и только в Майнкрафте, а то сейчас опять что-то напридумывают вот это подписчики. Смотри, мы всем животным устроили отличную жизнь, у каждого красивый дом, еда в избытке. Хорошие родители, как-никак, мы с тобой. Ну что, Елизавета вторая, Николай? Скоро вы окажетесь здесь, ну, тогда, когда они вырастут, тогда мы забабахаем самую настоящую свадьбу. Да, тут здесь уже заросло все травой, кошмар, никого не женили. Скоро мы услышим эти заветные «Горько, горько!» и жизнь заиграет новыми красками.